В начале августа намечается чемпионат мира по юниорам, где Ксюша идет от нашей команды сборной Украины в первых номерах. И значит, и в конце августа планируется чемпионат мира по взрослым уже, где тренера собираются тоже выставить Ксюшу, потому что в таком весе, хоть у нее и возраст довольно молодой, но она уже может соревноваться и с спортсменами более взрослыми.